тех пор, как меня укусил тот паук, у меня была всего неделя, когда жизнь казалась нормальной. Это было, когда ты узнала. Запоротое тобой заклинание не заставит всех забыть, что Питер Паркер — это Человек-паук. У нас стали появляться гости. Без всех других вселенных. Здравствуй, Питер. Ты не Питер Паркер. Простите, как вас по имени? Доктор Отто Октавиус. Хорош прикалываться, я серьезно. Всех этих пришельцев нужно отправить назад. Так что потрудитесь покончить с этим безобразием. Но вы вроде как сами виноваты. Я тоже знаю пару волшебных слов, и одно из них — слово «пожалуйста». Пожалуйста, покончите с безобразием. Тебе предстоит битва с призраками прошлого. В смысле? Все они погибли, сражаясь с Человеком-пауком. Это их судьба. Мне очень жаль. Но мне тоже. Что? Должен же быть другой выход! Это единственный. Они угрожают нашей вселенной. Вам не отобрать мою силу! Питер, ты так стараешься сохранить все, что у тебя есть. А жизнь ставит тебя перед выбором. Это я во всем виноват. Я всех спасти не могу. Человек-паук. Нет пути домой. Что происходит? Они прорываются к нам. И мне их не остановить.